Водитель экскаватора с ювелирной точностью орудует ковшом. Его задача – аккуратно расчистить снег, не повредив припаркованные автомобили. Там, где тяжелая техника не справляется с задачей, за работу берутся люди. Несмотря на морозную погоду и сильный ветер, дворники не прекращают работать ни на минуту. Холодно на улице тебе? Хорошо. Хорошо, ты не мерзнешь? Не. Например, в уборке снега в ЖК «Город Набережных» участвует больше 60 человек и 12 единиц техники. У нас задача сегодня-завтра сделать здесь генеральную, так скажем, уборку после снегопада. Прочистить все проезды от наледи, прочистить все пешеходные дорожки и привести город Набережный в полный порядок. Для уборки льда и снега разработана специальная технология. Сначала дорожники засыпают наледь специальным реактивом. Затем рабочие вручную разбивают лед на мелкие куски и убирают его трактором. Сейчас очень хорошо. Ни наледи, я смотрю, нету, ни снега нету. То есть проехать можно. Проехать было невозможно, и пройти было невозможно. Люди падают, машины буксуют. Отвратительно было. Всего за последние сутки в Химках было вывезено 100 тонн снега. На улицах города работали более 1000 дворников и 162 единицы техники. Более 8 тонн реагента рассыпали на дорогах городского округа.